Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на 10 человек, в которой я играю за Бразилию, Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Кроме того, спонсоры канала видят все серии сразу. На этом вступительное слово закончено, приятного вам продолжения просмотра. Все готов. Ну я повторяю, так же, как до этого делал. Да. Ну я надеюсь, он детка скажет, когда он вернется, да? Я думаю, да. Блин, вот это... У меня все художественные музеи заполнены. Я не понимаю, почему я не принимал никакой дружбы от Японии, у меня... Вы союз, походу, один тоже заключили. Против андетки. Переняли. Ну, это принял Као компьютер уже. Не-не-не, он принимал сам. В прошлом ходу, помнишь, что еще был прикол, что война переобъявилась? Так ты можешь сразу все равно войну объявить ему. Ну, я... Ой, что произошло? Меня судил. Андетка вернулся. Ну все, воюем, андетка. Ну так пусть выйдет, вроде. В прошлый раз не убил. А? Раз ты не убил. А в этот раз я убил? Тут у немца просто шпионов сидит. По 5 штук в городе в одном, блин. Это как Омахин? Да. Там мои еще аж есть. Ну я же говорю, что я там видел, там просто все сидят. Слушай, немец, я в принципе готов не воевать с тобой, если ты вот оставшиеся города Мали мне отдаешь. Ну, если я их захвачу. Интересно. Вот это поворот. Я передал родину. Что слишком мне она нужна, а все остальные... Нет. Тогда нет. Вот это, нападать будешь или как? Россия, куда? Мне тоже нападай. Забирай хоть все эти вот города. Дангель, Хех, что-то. Ты сюда имел в виду, я нападать буду или куда? Что там полетело? Антила бомба. Что мы друзья, зачем ты ему города хочешь отдавать? Ты друг, ты напал на меня, офигенно тут. Я ж не просто так на тебя напал. Ситуация это не нуждает. Или я на тебя, или ты на меня со временем. Я на тебя не, вообще не даже не пытался напасть. Ну нужно, понимаешь? Нам, в любом случае нужно кому-то из нас усилиться. Лёша усилился, немец усилился. Раб тоже сейчас усилится за счет японца, а мы с тобой здесь сидим, аутируем. Русский вон голландца может пойти убить, тоже усилится.
Я же не просто так, понимаешь? Есть причины. Не, русскому лучше меня забирать и тебя слабого потом следом. Какая столица у Бразилии? Рио-де-Жанейро, да? Да. Ой-ой-ой, а чё это ядерка? Это немец тебя кинул? Да. Чётко. Это мой тиммейт. Единственное, что плохо, я не вижу у русского урана. Только если он под район. Так у тебя есть уран, я не знал, что у тебя есть уран, я только сейчас его увидел, мне очень нужен. Где зелье? Уран. У русского есть уран, да. У меня урана нету. Есть, под фермой лежит. В городе, который я забрал, справа от Болонии. Можешь посмотреть. А, да-да. Я его тоже не видел до этого. Ну, ты мне, собственно, мне твоя территория нужна из-за ресурсов, потому что у меня их нет. У меня тупо не было нити, не было урана. Видишь, два города. Слушай, слушайте, ставил. Прикол. Я... какой бред все-таки. Я обстреливаю бомбардировщиками танки немца, но так как они на территории Мали, то против меня работают зенитки Мали. Хотя я с Мали не в войне. Нормально вообще? Ядерка летит. Нет, не получилось. Что это за самолет такой? Действия на территории другой страны. Всем привет. Летаешь самолетами своим. Новый товарищ, мы играем. Входи, пожалуйста. Не, ну просто они же все ходят и начинают что-то рассказывать. Это обсуждение, дипломатия. Вот товарищи. Когда он даже не играет, он просто заходит на канал и разговаривает. Типа, это ж ненормально. Конечно, ненормально. Я вообще просто баню себя людей, которые так вот без приглашения в комнату заходят. Ну, там правильно. Да там модератор. А чё, русский воюет с голландцем? Нет. Ну, зря. Чё ты его не забираешь? Он же сам говорит, что у него ничего нету. Пойди да убей его. Четыре казака обострой просто. У него города по 60. Не, ну смотрите, 84 из 200. То есть культурой тут вообще нереально уже победить. Ну потому что я забрал да. Японца, а больше... Будет нормально всё. Хотя, если я сейчас заберу японца, он может победить. Почему не немец? Вы воюете ж. Леша, ну, ребят, вот бесконечный. Давайте. Да у меня куча юнитов. Что ты спрашивал, Влад? Я говорю, я не планирую с тобой воевать, если что, потом ты, конечно, можешь на меня приехать нападать, но... Куда? Меня уже ядерки бросают. Как я могу приехать на тебя нападать? С чего ты решил это вообще, что ли? Я просто вот этот город, Улату, который мне нужен ради алюминия, и все. И ты... Нет. Нет, Андет. Нет. Нет. Андетка, нет. В смысле, воюем из-за алюминия, заметил? Ты и так забрал... Чувак, у тебя куча... очков. Я хочу эти города не для того, чтобы тебе не дать алюминия, а для того, чтобы у меня были очки в попытке тебя догнать по очкам. Если ты мне не даешь города, то мне нету смысла, как бы, я не для того, чтобы с тобой не воевать, а для того, чтобы у меня был шанс на победу. Какой-то вообще алюминий уже, уже эти, как его, роботы уже давным-давно. Что? Арабы, забери, в чем проблема? Араба забирать? Уверен, что он сможет меня забрать. Так я кого еще заберу? Может быть, я... Может быть, я и араба заберу, может, не заберу. Но смысл в том, что эти города дадут мне очки. У Алата дает куча очков. Я не собираюсь ее отдавать. То есть вот так вот, ты меня собрался забирать. Я всю карту собираюсь забрать. Я собираюсь победить военной победой. Просто а будет вся карта забрана. Ребят, все круто. 127 ход, 2 часа ночи. Давайте ходить. Я тоже не знаю, что вы там. В
вообще как бы... Ну, тогда... Потому что объявили себе войну, у меня все торговые пути пропали. И так далее. Открой давайте, счет давайте. И посмотри, сколько у тебя счет. Ну, если Соло захочет, он нагонит меня. А я хочу тебя догнать, поэтому мне и нужны эти города. Ну окей, Лёша, я тебя понял. Что ты меня понял? Я хочу забрать города Мали. Немец хочет все себе забрать. Да он меня будет забирать, Соло. Тебе сложнее, меня проще. Мне с воды можно атаковать часть городов, если будет забирать. Я уже молчу о том, что из Аулата, из Гао можно меня ядерками обстреливать. Зачем мне это надо, немец? Я и так могу тебя ядерками обстреливать. Ну кидай, я, пожалуйста. Сейчас в ответ и тебе прилетит. Детка, ты один остался, заканчивай, пожалуйста. Видишь, у нас реально переговоры идут. Ну, я уже закончил. Блин, так вы закончите и переговаривайтесь потом. Детка, вот, это выгодно, выгодно и тебе, и мне. Я не знаю, что ты к этому алюминию пристал. Сейчас, по-моему, алюминию уже нафиг надо. Потому что у меня алюминия всего 8. Ну нафига тебе сейчас алюминий? Серьезно. Ядерные ракеты и... Эти роботы, которые на уране работают. Зачем тебе алюминий? Я все еще авиацию использую. Так все, если ты со мной помиришься, тебе уже не нужна будет авиация. Парни, ну вы реально 10 минут ходили. Ну я уже закончил ход, я знаю, что... Заканчивай, детка. А? Детка, заканчивай ход. Что захватывает эту хрень? Договорились, все. Нет. Так, договорившись о мире, значит, я хочу наукой побеждать. У меня достаточно науки на самом деле, чтобы это провернуть. Освободишь голландца, да, игру закончишь. Идеально. По счету я вряд ли. То есть я заберу эти города Мали, но я очень вряд ли могу здесь. То есть это слишком далеко улетел. Немец по счету. 500 очков. 500. Я не знаю, как это догнать. А вот науки у меня достаточно. Пожалуйста, только немец, отведи РСЗО и истребители, потому что они мне мешать будут. А вот в Таудане линкор это компьютер построил или сам игрок? Понятия не имею, но вряд ли он быстро мог построить. Может, купил? А детка, пожалуйста, истребители. Зачем? Они не будут тебе мешать. А, блин, точно живой. Они автоматом будут мешаться. Но они далеко. Так, а чем мне захватывать этот город? Я вообще построил космопорты? Я же вроде где-то строил. Вот строится, да? 12 ходов. Десять. Давайте строить. Вот, ты видел наши караваны? Хорошенькие, давайте.
Если бы они еще мне чем-то могли помочь в этой ситуации, в которой я нахожусь, слишком плохо. У меня у Каира все где-то плохо. Леша, помоги сделать. Ну, выгодно. Так, давайте пока забьем на компьютеры открываются. Значит, лунная экспедиция. Надо в нанотехнологии выйти. Три танка. Три танка. Ускорение. А у меня вообще есть юниты, которые можно апнуть в танки? Есть, тяжелая колесница. А у меня нефти для нее нет почему-то. Бывает. Там у нас нефть есть. Сколько мне нефти надо? Одну единицу. Ну, можно и больше. А, две ресурсы. Нефть. А мониторы. Мониторы, предложения. Давайте армаду сделаю. Так, ну просто захватывать пока нечем, поэтому я лучше... Мысли. Блин, какой идиотизм, я пытаюсь... это юнит Японии здесь. А японец ушел, что ли? Да. Но у него все закончилось. Блин, пытаюсь... Слушай, так расцветка у этого, у Мали, у японца очень похожая. Как выбирали? Погиб бомбардировщик. Нет. Так, эти лечатся, значит. Я не посмотрел, сколько там у него осталось силы. Космическую гонку.
И в Сан-Паулу, наверное, надо посадить Магнус. Ну, чтобы производство было. А Виктора в Кампинос. Там у Магнуса прокачать на кооперацию. За 40 ходов улететь вполне реально. Поэтому давайте Магнуса в Сан-Паулу. Виктора в Кампинос. Так, давайте шпионов проверим. Что тут, Луиза? Хищение средств, хищение шедевра. Давайте шедевр стыбзим. Я тут дамбу специально строил, чтобы космопорт не затапливало. О, добегает, отлично. Все, Лавату забираем. Что-то ты это, Влад, остановился что-то. Мне не хватает ресурсов, чтобы юниты имели смысл. Притормози, поручик ржевский. У меня так быстрее русский заберет. Ну, таким будет, что я могу сделать. Я говорю, у меня нету ресурсов, мои юниты не могут пробивать. Я периодически запрашиваю. Людей не сильно помогает, просто потому что расход высокий, а приходит мало. Так, давайте туда. Надо Амания взять меч и выспорться. Но я все равно, я ну, только пытался улететь. Да нет, бы не смог никогда. Это без шансов было бы. Забрали бы меня, а потом тебя. Там без шансов. Да, просто в ядерки не пошел. Ядерки только следующим ходом открываю. Понимаешь, даже если бы ты в них пошел, ну меня бы ты отбил, но потом бы все на нас обоих собрали. Тут в этом проблема. Там, в любом случае мы проигрываем. Содержание ядерных устройств чуть поменьше. Уже золото, наверное, 1020 стоил. У тебя или ты? Я. Вот ты и вор, конечно. 500 тысяч шпионов сидит. Кроме Лёши. У японца просто его захватило все города. И они просто все затоплены вообще в хлам. Ну видишь, он компьютеры вроде хотел пойти, но походу не дошел. Не знаю, у меня ни одну клетку не затопил. Когда клетка начала топить, я уже построил эти дамбы. Что, не дамбы? У меня Каир просто, блин, не тоже затоплен. Блин, а чё робототехнику? Ну, мне все равно ее надо открыть. Так, дальняя связь мне не нужна. Надо... Не, вообще надо Нет, надо робототехнику дооткрывать. Дооткрываем робототехнику. Если напрямую идти плотины, можно туда выйти, но... Ты теряешь в развитии очень много. Что тут с великими людьми? Что-нибудь есть хорошее? Озарение для всех технологий информационной эры. Хм. А много ли тут технологий-то осталось? Да, и мне надо еще два танка. Желательно. Так, один. В смысле? Что случилось? Мне кто-то войну убил. Что тут требуется? Шпион. Ну тут, смотрите, у меня осталось только два озарения. Ты серьезно? Ты серьезно напал? Кто на тебя напал? Голландец.
блин, Полонию надо. Русский, давай с тобой хоть подружимся, а то все мне войну пообъявляли. Че ты начинаешь? Я тебе войну не объявлял. Малиец. Малийца нету в игре. А, все, да? Блин, а я ему сделал подправил. Думал, он в игре. Его перепутал, ничего. Это батик. Леша, давай поторгуем. Давай. Такими. А мы как, мы дальше будем дружить? Я готов с тобой дружить. Это вносные инсинуации немца были. Он гнусно инсинуировал. Он гнусный инсинуатор. Да, да. Ну, карта, конечно, странная. Да, наукой только я могу победить. Отлично. Я спутник давно запустил, смотрю на карту и офигела. Успокойся. Фига себе, тут ты напредлагал. Да ты просто принимаешь. Да, как голландец с японцем, да? А там внизу все мои города. У меня так тоже было. Мне кто-то так предложил один раз. Я два города отдал, нечаянно. Я все проверяю сделки. Ну, во всяком случае, стараюсь. Технология скрытности. Продолжаем. Украдено. Алексей. Что, что? Я кинул вам предложение. Блин, у меня тут столько всяких уведомлений вылазит. Вы не один такой. Немец, может, давай помиримся? Давай, пойду. Ну? О, а чё упало? Аравия использовала ядерку в Амстердам. Ясно. Зачем? А чё с ними делать? Солить, что ли? Нормальный город был, нормальное производство там было. Три танчика. Надо купить оставил просто быстрее. Танчики. Я и так оставлю. Деньги есть. А у нас же, наверное, еще действует эта фигня, да? Я же на покупку юнитов. Не слышал про такое. Только с ядерными этими.
Дороговато будет покупать. После ядерных бомб только города принимаются. Юники и юниты вообще. Вертолетики два хода. Давайте подведем. Где? Вы хоть говорите где, чтобы посмотреть сразу можно было. Тилбург, вау. Эй, камон. Торговец, так, 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 Казимиру. Кавалерия идет, кирасиры корпуса. Конечно. В 1660 году ислам был побежден в Германии. Сильно. Вот бы так в реальной жизни, да? Да. Так, кстати... Сегодня был просто невероятно веселая ситуация. Я там наткнулся на один сайт люксовых всяких товаров, типа суперкаров, там яхт и так далее. И он утром лежал. Потом он поднялся, и на часть товаров там была скидка до $300. Типа ламборджини там всяких и так далее. Ну ты купил себе ламборджини? Я целых полчаса серьезно об этом задумывался. Потом понял, что таможенные пошлины будут просто... жесть какие, это раз, а во-вторых, я не знаю английского законодательства и не уверен, что... Ты серьезно нет. Думаешь, что тебе за $300 кто-то бы продал ламборджини? Ну, давай буду объективным. У нас в России, если кто-то неправильно ставит в интернет-магазине ценники и покупают за низкую цену, то суды выигрываются. Ламборджини прям? Ну, я просто первый привожу, что первый... В магазинах техники, если там кто-то выставил, там вместо 10 тысяч до 1000, то и по 1000 придется стоять. Ламборгуни за 2 куни, да? Вот это шутка. Хорошая же. О, пошли музыканты. Где, где? Я слышал музыку. Леша, Леша, я думал, мы друзья, а ты у меня технологии. Одно другому не мешает. У тебя же эта технология тоже осталась. Ладно, пойду к тебе в гости. Не надо ко мне ходить. Мне скорее быстрее русский захватит, чем... Шотландец. Ты это говорил на прошлый ход. А это теперь я говорю со 100% вероятностью. Так, где происходит музыка, ребята? Там кто-то музыкой попытается победить. Пытается победить. Музыка нас связала. Александр. Может же тебя забирает как бы пехота? Может ты будешь от него обороняться? Я пытаюсь, но вот с двух сторон, я ж... Да ты от меня отдаешься, а что ты сразу заговоришь? Ты же не пытаешься. Ну как он может пехоту убивать? Там два самолета. Пехоты? Три арты, четыре самолета, четыре танка, правда, два обычных, две армии и две пехоты. Ну ладно. И пару вертолетов. Только вот что-то я сейчас одного вижу, второго уже не вижу. Ну, голландец, в принципе, может идти у него. Армия русского здесь нормальная. А он хоть сопротивлялся, хоть что-то делал там? Делал, да, против ядерных ракет, я не знаю. Ну, поставить эти зенитки. Да, у него ничего нет. Ну, вот в том-то и дело. Просто посидел, видимо, да? Дяденьки посидеть заставили.
чего ты взял? Ну, так я спрашиваю, ты что-то делал или нет? Детка! Я ходил 30, наверное, не сопротивляюсь. Слышь, раб, хватит ко мне этими ездить музыкантами. А, так это раб там проводит концерты. Это все воля божья просто. А детка, посмотри сделку, брат. Ладно, короче, ребята. Спасибо за игру. Первый раз играем, там уже будет получше по-любому. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Ладно, всем удачи. Всем счастливо. Пока. А что ты на Напату пошел? Что ты на столицу не нападаешь, Шотландия? Я ж к столице все открыто, а Напату это вообще. Я ее заберу, не волнуйся. Я ее артой обстреляю, еще пару раз она нападет. 1-2 хода. Ты прям артой нападаешь? Да, я олдскульщик. Мне приходится комбинировать, так как не хватает ресурсов. Немец, ты достал. Достал, а ты мне войну объявил, а не я тебе. Я принял участие в кризисе. Ну, это надо было думать, прежде чем сейчас. Кого ты душишь? Ну, русского? Тебе ядерки кинуть или как? Кинь, кинь. Там уже летит на русского. Ай! Вау, Нижний Новгород. Немец просто самоубийца, кинул ядерку и сам умер. Где? Это не твой умер разве? Где? Нет. Рядом с Нижним Новгородом. У меня никто там не умер. Я их, Лёша, из Болонии послал. Да. Как ты мог? Изи. Там этот шпионом, да? Да. Просто русский, тебе не кажется, что как-то жирненько захватывать японца и сразу за ним... Это ты кому? Мне? Да. Русскому я русский. Так, а русский не захватывает? Ты адекватный вообще, не? Не оскорбляй, пожалуйста, игроков в партии. Так, кто кого оскорбляет, я спросил у человека. Ну правильно, неадекватный. Ну, то есть, если хорошо, если я тебя спрошу, ты уёбок или нет, ты не посчитаешь это оскорблением или нет? Что значит ты спросил? Ну, серьезно, ну. То есть, что для тебя слово адекватный и уёбок можно ставить знак равенства между. Нет, нельзя ставить. Я просто тебя утрировал для того, чтобы показать, что это тоже. Любое, как бы, сомнение в чем-то. Дурацкий вопрос, то есть русский чего-то захватил японца и почему ты захватываешь голландца? Какого разница, японца? Какой это? Вопрос? Просто какого вежливо это? Относись, значит, на дурацкие вопросы задает. Причем ты просто русский, ты объявил мне войну, а потом еще удивляешься, почему нет, я работаю. Он умрет, наверное. Ладно, повышу до вертолетика. А, захватывается. Фу ты. Я раскусил план японца. Он хотел просто в одном городе все чудеса построить.
И все, короче. Хороший план. И потом кому-то их отдать, я так понимаю. Ну да. Тимплей получается. Ах, это мой. Блин, я что-то все со шпионами. Надо что-то делать. Раскусить. В начале хода хотя бы. Горы, кампус какой хороший был бы на плюс. Прогнозирующие так, системы спер. Это что, это что? Ну, то есть, как бы ты прав, но с кампусами особо проблем не было, шпион. Не, я бы сразу сказал, и город хороший, и вода, и река, и все, что... Фермочки он тебе сделал, он бы у тебя вырос бы. Да, десятки. Может, ты прав. Ух ты, русскому не повезло. У меня здесь он как раз проезжал, и вулкан извергается. Обидно. Я не могу сельские гранты проводить. Ладно, давайте ядерку достроим тогда. Что не починен. Кампус не починен. Я не могу понять русского. То до нагния у него не отваливается. То сейчас через три хода отвалится. Умом бы русских не понять. В русских можно только верить. Это да. Россию. В Россию можно только верить. Какие-то фиговые инженер и ученый. Так, ну что, тут плюс пошел. Продолжаем удалять юниты. Да блин. Блин, а как самолеты удалить? Почему они не удаляются? Что за херь? Почему я... А, Лёша, понял. Я понял. Что, что, так что, ты понял? Так и что, получается, не было ни одной культурной и научной ГГшки, получается? Ой, не смотри, культурной. Две научных, ну типа культурных ноль, я так понимаю, да? Да. Да. Круто. Круто.
О, очистилось. Так, можно ремонтировать кампус. Что пачка? Там улетает, я так понимаю, да? Ну ладно. Кто улетает? Скорее всего, будет немец улетать. Все будут пытаться улететь. О, вахи не поймали шпиона. Где тут художник-то? Блин, был же художник. Опять отваливается. Ну, 6.4. Давайте сюда перебросим. Кампинос. Давайте из Кампиноса, почему нет. Так, Пингалу в столицу. Виктора в Дамбартон. Этих городов теперь. Я, кстати, поиском по карте не пользуюсь совсем. Да, прокачанные самолеты, жалко. Что поделать. По-моему, раненые юниты нельзя удалять. Вот, наверное, в чем дело. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут все в очереди, понимаете? Тут главное... Исследовательские гранты. Тут на улет. Тут по счету, я думаю, никто не победит. Смотреть пока на данный момент 734, но у меня побольше науки, да? Эти отстают. В баллоне у меня постоянно Уфил меня же. А, я его прокачал. В баллоне сфабриковать скандал. Постоянно теряют. На самом деле карта на себе хорошо смотрится. Можно Болонью пересоюзить сейчас будет. Хотя, чё на великих людей. Афес. Наверное, тогда... Соло забрал всего японца, всего голландца, и все равно 400 очков отстаешь от немца.
Понятно. Я как бы забрал тех, которые ничего не делали. Мне повезло, да, и правда. А я просто зенитку купил где-то ходов 5 назад за золото. У меня Голландия за мир требует 2500 денег и 24 золота вход. Вы можете ее там убить, этот последний город? По зязе. Опа, вот теперь Дамбартон будет отваливаться, конечно, посерьезнее. Минус 4,2, блин. Ух ты. А чё ты мне такой инженер достался на космическую гонку? Клёвый. А, слушайте, у меня ж есть на... Подождите, у меня ж есть генерал на лояльность. Точно, во. Я и забыл про него. Так, спецназовцы давайте. Мне сразу на два этих меньше стало. Что случилось? Так, надо пересаживать кан-андетки. Где у него Магнус? Ну, Пингала в ахине, Пингалу тоже можно выкинуть. Алексей, будем дружить, или ты планируешь меня снести? Будем, будем. Заключаем дружбу. Приложение. Отклоняем. Меняем шпионов. Мастрихт будет захвачен или нет? Будет. Так, да надо, чтобы Сулейман очки победы дипломатической не получил. У него там были уже. Я просто не знаю, сколько сейчас.
Ну, слоновая кость, предположим. А, ну два очка. С 4 будет тут сложно победить. Прошел табак. Снижено за золото. Два очка дипломатической победы я и дипломатические всемирные игры. Институт туризма за кампус. Ну, такое. Так, 29 ходов осталось. Дальнюю связь открыли. Умные материалы. Минус 0,5. Уже попроще. Может, карточку какую поставить, кстати. Вместо содержания там лояльность поставить. Так, что здесь? Время выполнения заданий мгновенно обосновывается во Франкфурте. Куда вы, блин, столицу уже захватите? А ты сопротивляешься? Он, да. Ну сколько я, Леша, уже ходов сижу? У меня две атомки скидывают. Куда сижу? Уже столица все. Блин. Умные материалы тоже. Скорее всего, русскому отойдет. Если... Открыты. Влада еще нету ядерки. Она есть. Ее сбили, серьезно? Вот это рандом. А какой там шанс, кто-то знает? 100%, я так понимаю. Нитка не должна. Ну, большой шанс, если ты кидаешь там, где стоит что-то перехватывающее, то большой шанс. Детка. Друг, брат. Ну, то, что я тут не запустил, это не страшно. Главное, что вот исследовано. У меня тут последняя вот эта экспедиция. У меня просто есть этот... ученый. Что ты там музыка? А, слушайте, у меня тут какой-то этот прошел... У меня тут прошел какой-то тайфун, видите, тут все порушено. И гидроэлектростанцию тут надо сделать для электричества, блин. Блин. Надо атомных электростанций построить, чтобы электричество было. Так, значит, здесь вместо... Надо ремонтировать. Я немец, там русского захвата. Все, всем спасибо за игру. Спасибо. Тебе спасибо за игру. Я думаю, победит или Леша, или нет. Ну, больше всего болею, скорее всего. Наверное, за Лешу. Спасибо. Но у немцев, мне кажется, больше шансов улететь. Да, умная экспедиция долгая. Сейчас меня забирает. Своих роботов приехал. Ладно, все, всем пока.
Сейчас, пока. Блин, 9 ходов, робот, это долго. Они просто умирают на раз-два. Ну что, я аж двух торговцев подряд взял. Это интересно. Даже ускорение у немца негде тырить. Ой, лабу уже не буду тогда, давайте. Следовательские гранты. А что тут горит? А, тут лаба недоделана. Ну ладно, пока без лабы. Так, художник. Блин, а почему я двух ученых опять? Да еще плюс 100%. Шотландец? Шотландец? Я. Yeah. Ты меня слышишь? Ты сейчас готов? Yeah. Бля. Что такое? Ну yeah, все, yeah. Уже араб забрал ученого. Обидно. Куда вы там кидаете? Расскажите, я хочу хоть посмотреть. Немец русского забирает. Вообще, по-моему, никаких уже озарений. Зачем тебе туда города? Да мне тут, в принципе, уже ничего не надо. Да, не будем мириться. Зачем мириться? А? 4 хода. Ну, кстати, этот тоже хорош. Ученый. Нет, это шпионом космопорт разрушает, или это вы? Что еще? Это какой-то шпион. Че у меня мой контрразведчик ни хрена не делает? Так, ну 100% внезапно получил 100% космопорту. Это может помочь. Да мне еще и ход алюминия. Минус 2 вход. Куда? Вот это вот, вот этот? Парень. Еще где-то самолет, что ли, есть? Вертолет же алюминий не потребляет, так? Или потребляет? Потребляет, понял.
Мне алюминий нужен будет. Почему я убираю? Мне алюминий каждый ход надо будет для... Так. Выполнение задания уменьшено. Строить диверсию. Для ускорения моего полета. Вероятность победы. На этом пока все. Спонсоры канала уже сейчас могут посмотреть продолжение, а все остальные увидят его завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!